Вот скажите, пожалуйста, их нам просто выделили, и мы должны коммуникации сами подвести, либо все-таки нам должны подвести коммуникации бесплатно? Спасибо. Мы когда с главами муниципалитетов проговаривали вот как раз землю под выделение участков для многодетных, мы говорили о том, что, соответственно, эти участки должны находиться недалеко от коммуникации. Значит, что касается электричества, по вашей заявке за 500 рублей, соответственно, вы можете получить электричество, вам его подведут. А что касается остальных коммуникаций, то это по мере возможностей, финансовых возможностей у муниципалитета. Правительственная комиссия заглохла, дорожная карта не выполняется, дирекция завода не строит очистительные сооружения и не собирается их строить, только копает новые ямы и сливает вторичные фильтраты, канализационные стоки, и, значит, оборудование моется, все это сливается до сегодняшнего дня. Сегодня на встрече ответить на все интересующие вопросы. Валентина Петровна, вы знаете, да, что это предприятие существует с 1886 года, а очистные сооружения с 1964. Вот ваша семья, вы говорите, несколько столетий здесь живет. Вы что предлагаете? Закрыть предприятие? Не, ну как вот послушайте, да, вот мы сегодня были на предприятии. Сейчас, секундочку, можно я, да? Значит, вот мы сегодня были на предприятии. То, что они производят, они полностью, так сказать, все стоки очищают. Но у них есть накопленные за 50 лет бардоотстойники, да? То есть эти бардоотстойники, они их утилизируют. Но давайте быть реалистами. Мы прекрасно понимаем, что ни одна экономика любого предприятия взять и там за год или за два очистить то, что копилось 50 лет, не в состоянии. Вот мы им выписали штраф в прошлом году на 400 тысяч рублей. Да. Вы что хотите, чтобы мы приняли все решения, нет, и закрыли их? Да? У Минприроды очень ограниченные возможности. Вот они их дважды оштрафовали, сейчас и в следующий раз они же даже оштрафовать не могут. Если сейчас мы будем обращаться в суд, мы можем обращаться в суд только на закрытие, на приостановку предприятия на 90 суток. Вот если вы там проголосуете и скажете, чтобы мы обращались, значит, Минприрода будет обращаться на приостановку предприятий. Мы ограничены в рамках своих действий. Мы должны действовать только четко по инструкции и закону. У нас такой вопрос. Мы живем в бараке, он 60-го года. Вот, построен был как временное жилье. Выдали нам тут заключение, но, честно сказать, оно меня не устраивает. Я не знаю, каким способом эта комиссия все устанавливала. Хотелось бы еще раз, чтобы кто-то пришел и посмотрел на все это, потому что дом в полуразрушенном состоянии. Он стоит, кстати, этот дом в капремонте. На какой год он стоит? Да, он стоит на 2016, мы общались, когда нам говорили. На 2016? Да. Значит, давайте Гузову и Бирюлину, у меня просьба тоже, соответственно, проверку проведите. Ну, до 2016, наверное, я не знаю, весь рассыпется. Владимир Сергеевич, мы проверим, но если он официально признан аварийным, есть постановление, он не может в программе стоять. Нет, значит, она же говорит, что не признан. Не признали, да. В том-то и дело. Ну, в таком случае мы в любом случае выйдем, проверим, но есть еще вариант, вы можете подать на межведомственную комиссию не признание дома аварийным, а признание помещения непригодным для проживания. Это тоже вариант. Людмила Аркадьевна, я вам поясню после встречи. У меня просьба тоже после встречи, подойдите, пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. А в ветхом жилье у нас вопрос когда-нибудь будет решаться? Вот несчастный Масоловский дом, ему скоро 300 лет. Да, он памятник архитектуры регионального значения. Значит, мы предварительно, сейчас я это расскажу, мы предварительно договорились с учредителями компании «Евраз». Ванадий Евраз у нас в Туле работает, Ванадий Евраз компания. Значит, и мы договорились с ними, что они нам помогут за свой счет расселить людей, которые там живут, а мы попробуем этот памятник привести в порядок и сделать дом-музей, ну, скажем так, может быть, это будет и гостиница, скажем, для того, чтобы восстановить память о заводчиках-металлистах, да, которые в свое время начинали этой работой заниматься. Значит, мы надеемся, что до конца февраля они деньги перечислят, и, соответственно, в этом году мы планируем на эти деньги построить жилье и людей переселить. Значит, соответственно, Гузов, он должен составить план по переселению квартир. Ну, я надеюсь, что новая реальность не помешает
учредителем компании «Евраз» выполните обязательства, которые на себя взяли. Как только мы деньги получим, мы сразу вас проинформируем о сроках выполнения этой программы. Пока такая предварительная, подчеркиваю, договоренность есть, предварительная. Спасибо. Да, пока не за что. Если честно, то надо, конечно, много работать. Чтобы хорошо жить, надо реально вкалывать. А если мы будем сидеть и ждать, пока нам кто-то в клювике что-то принесет, то точно хорошо работать и жить не будем. Спасибо большое вам всем за ваше терпение и до добрых встреч. Спасибо.